Григорий Лепс появился на недавней кинопремьере и удивил коллег и журналистов изменившимся внешним видом. Лепс сильно похудел, а на его голове были заметны свежие шрамы. Нечастый гость в светских мероприятиях, как правило, он посещает вечеринки только близких друзей. На прошлой неделе 59-летний музыкант вместе со старшей дочерью Ингой заявился на премьеру «Бумеранг». Сложно было не обратить внимание на то, что певец похудел, а также на свежие шрамы, опоясывающие его затылок. В социальных сетях тут же появились десятки предположений о природе и происхождении, включая в том числе возможную серьезную болезнь. Со здоровьем у Григория Викторовича все в порядке. Беспокоиться не о чем. Шрамам этим уже больше месяца, да он их и не скрывает. Рубцы остались после операции по пересадке волос, которую Григорий делал за границей осенью. Причем не в первый раз. Ранее проходил данную процедуру уже дважды – в Америке и в Корее. Года три назад были похожие шрамы. Но что делать? Артисту ведь важно хорошо выглядеть и поддерживать себя в форме. Что касается похудения, то это результат правильного образа жизни, который Григорий Викторович ведет уже несколько лет. Сейчас певец при росте 180 сантиметров весит около 75 килограмм. В свободное время он занимается плаванием и много ходит пешком. К примеру, во время отдыха в Италии преодолел более 50 километров за 9 часов. Главный рецепт сбрасывания веса прост – не есть на ночь и, в принципе, не переедать. Раньше музыкант часто выходил на сцену с пустым желудком, чтобы почувствовать легкость, но после концерта восполнял потерянные калории плотным ужином. Как следствие, плохо спал. Кроме того, в последние годы Григорий Викторович практически не употребляет спиртные напитки. Сначала бросил пить наспор, поставив на кон крупную сумму денег, а потом решил, что уже свое отпил. Пьяным я бываю крайне редко, может раз в два года, раз в год. Мне уже не очень можно, пытаюсь сохранить оставшееся здоровье. Мне, конечно, наливают друзья порой, но пьют они сами. Очень хорошо, что рюмка водки на столе стала уже не актуальна для его жизни. Ну что? 50 километров я все-таки прошел. Тяжеловато было что-то, честно говоря, тяжеловато, но прошел. Пацан сказал, пацан сделал. Леп всегда отвечает за свои слова. Я еще раз говорю, что этот поход в горы и обратно я посвятил своим поклонникам. Не расстраивайтесь, ребята, я еще на что-то способен. Не нужно списывать меня со счетов. Всем здоровья, всем счастья. Занимайтесь физкультурой. Я не говорю о спорте, но свои 59 лет я все-таки сделал то, что хотел. На следующий год, если получится, сделаю 55, а там видно будет. Всем счастья!